Совет молодых специалистов «Лукойл Севернефтегаза» организовал профилактическую акцию совместно с инспекторами ГИБДД. С помощью трафаретов вблизи самых оживленных пешеходных переходов Нарьянмара они нанесли надписи, которые должны привлечь внимание пешеходов при переходе улицы. «Будь осторожен, возьми ребенка за руку». Эти и другие обращения к пешеходам, появившиеся на асфальте в оживленных местах Нарьянмара, призывают участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. А велосипедистам напоминают о том, что дорогу нужно переходить, а не переезжать, находясь в седле двухколесного транспортного средства. Акция, направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий, организована молодыми специалистами предприятия «Лукойл Севернефтегаз». Остались в стороне и юные участники дорожного движения, которые с радостью помогали наносить надписи на асфальте. Данная акция очень необходима для современной молодежи, потому что сейчас век технологий, все ходят в телефонах, все отвлекаются на что-то. На какие-то, скаточка. Есть. На какие-то внешние, да, факторы. Поэтому, когда ты идешь по дороге, и ты сразу видишь вот какое-то что-то тут написано, сразу обращаешь свое внимание на эту надпись. И, возможно, на кого-то это, ну, подействует, да, кому-то это поможет. В рамках акции детям напомнили о правилах дорожного поведения на дороге, а также подарили памятки и светоотражающие элементы, которые с наступлением короткого светового дня будут более чем востребованы. Когда фары, ну, светит на светоотражающие, светоотражатели уже светятся, ну, понарошку. И сразу машина заметит, что там какой-то человек переходит. И уступит дорогу, да? Да. Все правильно, держи. Спасибо. Надписи призывы на асфальте перед самыми оживленными пешеходными переходами Нарьянмара, по мнению организаторов акции, будут способствовать профилактике дорожно-транспортных происшествий. Мы знаем, что в Нарьянмаре недавно случай с ДТП недавно произошел. И это на данный момент является как-никак актуальным. Поэтому при поддержке Совета молодых специалистов «Лукойл Коми» мы решили провести такую акцию. И думаем, она будет эффективна в нашем регионе. Акция проходит также при поддержке нашего профсоюза. Мы используем специальные светоотражающие элементы, которые раздали людям, детям в первую очередь, чтобы они использовали эти элементы при переходе через дорогу. Соблюдение самых простых правил поведения на дороге, внимательность всех участников дорожного движения помогут сохранить их жизнь и здоровье. Александра Литкова, Владислав Ткачев, телеканал «Север».